Приветствую вас, друзья! С вами Евгения Тарой, сайт MagExpert.org. И сегодня я хочу вам показать, какие я сейчас высылаю карты Ленорман при покупке мастер-класса по большому раскладу Ленорман. Я высылаю сейчас карты в мини-формате, вот чтобы вы понимали, моя рука. И вот какие сами карты. Они небольшого размера. К ним прилагается вот такой вот маленький мешочек. И он очень удобный для того, чтобы носить карты с собой, в сумочке. А мини-формат карт очень удобен для того, чтобы делать большие расклады на маленьких поверхностях. Когда у вас нет большого рабочего стола, или вы где-нибудь в кафе находитесь, и с подругой или клиенткой решили погадать, или клиентом, другом, то у вас не будет в этом случае никакого неудобства, друзья мои. Более того, никто даже из окружающих людей не поймет, чем вы там занимаетесь и что за картинки вы раскладываете и разглядываете вместе. Вы можете сказать, что это какой-то пазл вы собираете или какую-то сказку придумываете по сюжетным картиночкам, которые выпадают. Играете в какие-то пятнашки или еще что-нибудь в этом духе. То есть, действительно, я убедилась в том, на своем опыте и на своей практике, что вот такой формат карт, он наиболее удобен. Ну что ж, друзья, на этом буду заканчивать это видео. До новых встреч. Пока-пока.